Перемирие продолжается. Правда, почему-то в Донецке и Макеевке рвутся снаряды. Гибнут люди, разрушается инфраструктура. Военкоры информационной службы Минобороны ДНР объехали места крупнейших разрушений, нанесенных войсками Украины за 28 и 29 сентября. В обед 29 сентября в очередной раз ВС Украины вспомнили о Донецком железнодорожном вокзале. К его современному интерьеру, разработанному к чемпионату Европы 2012, добавились новые дизайнерские решения в соответствии с украинской модой 2014 года. Досталось и нескольким домам по улице Артемовской. В условиях приближающейся зимы благодарность проживающих в них семей просто зашкаливает. Вот так закончился еще один день перемирия.